знаем этих людей как звезд спорта, кино и телевидения. Я ломал руки в свое время. То, что говорят там идеально, нифига подобного. Я боюсь высоты и боюсь глубины. Но у каждого из них есть другая жизнь. Только никому об этом не говорить. Жизнь, в которой они испытывают на прочность свое тело и дух. Я взял ножик и порезался на палец. Сплыть вы быстро не сможете, вы умрете. Я думал, что у меня нет клаустрофобии. Есть. Жизнь, о которой не спрашивают во время обычных интервью. Нет, меня заставить невозможно. Жизнь, которой кто-то вправе гордиться, а кто-то стесняться. Щекотку я боюсь. Хорошо, я сейчас Москву уже тебе покажу. Вы потрясающе. Смотрите, с 4 мая еженедельно по субботам только на телеканале «Русский экстрим». Новый телевизионный проект «Звезда в экстриме». Удовольствие не получаешь от того, что ты бьешь кому-то морду. Получаю. «Русский экстрим».